Ребята, всем привет! Сегодня мы со Скретчиком будем в очередной раз пытаться пройти игру «Радужные друзья 2» без коробки Скретча. Как ты думаешь, сможем мы в этот раз пройти или же опять проиграем где-то на середине? Я почему-то думаю, что в теории можем, а можем и нет. Короче, как повезет. Всем привет, ребят! Привет, как твои дела? Мои дела прекрасны. О, ё-моё, что произошло? Всё-всё-всё, нужно идти выживать, проходить. Плюсую, запускаем! И знаешь, я так часто играю во вторых «Радужных друзей», что я уже абсолютно не помню, что в первых находится. Надо будет как-нибудь и в первых обратно сыграть. В смысле? Ты говоришь, я часто играю, поэтому не помню? Звучит нелогично, наоборот. Настолько редко играю, что не помню. Не-не-не, я говорю, я часто играю во вторую часть, что первую уже практически позабыл. Да не знаю, я ее просто наизусть помню. Да? Мы с тобой пролезли через забор. Ну что, Скретчик, первая ночь, и нам нужно с тобой 25... Да-да, ты меня уже кинул. Я просто пошел. Ты, кстати, забыла сказать, что мы сегодня будем без коробок. Да это очевидно, уже по названию видео все по... Слышь, он прям тут сидит, а чё так? Да за... Господи! А, погоди, я забыла, без ведь... Что ты забыла? Я забыла, что без коробки. Я в нее залезла, и потом думал, ты что, дурачок? Тихо! Я тоже в коробку залез. Так, ладненько, бывает. Просто-напросто забыли, не подумали. Наша ошибка, извиняемся. Челлендж провалит в первые секунды видео просто. Я тут так в смысле, можешь извинить, что поделать? Ну просто руки сами жмут, понимаешь? Надо вообще без клавиатуры играть. А где это чертило синий? А я вот не знаю. Он там где-то стоял, я вот просто-напросто упала в это, в подземелье. В как его там называют? В эту самую. Да. Ой, зеленый тут еще чертильник. Не дал мне фонарик забрать. Не дал? Какой фонарик? Лампочку имеешь в виду? Да. Я уже нашла целых 8 штук, прикинь. 9. Походу, 10-ю Чего? Нашла. Да. Сколько? Я только одну нашел. Я уже 11-ю нашла. Привет, ты че? А, зеленый. А ты тут забрал, молодец, поперли. Так, я еще вот этот хочу забрать. Так, все, нам нужно в это, в картинг. Тут, правда, ничего нету, но, тем не менее, давай быстренько проглянем. Да, ничего нету, пойдем сюда. Давай быстренько прокатимся, может? Зачем? Мы ж катались уже. Ну, это классно. Че, только один раз надо кататься, что ли? Нет, нужно каждый раз кататься. Ну, ты дурачок или что? Зачем? Не понял. Слушай, погоди. Вот тут, прикинь. Назад, сюда, наверх. А че он там с этим тусит? А я не знала, что он... Погоди, он умеет? Он подниматься умеет? Понял? Уходь. А, погоди, он застрял. Я не знал, что он по лестницам умеет бегать. Все, валим отсюда, пошли. Так я тоже не знала. О, тут еще зеленый. Прекрасно. Так, все, давай хотя бы отнесем две лампочки, которые у меня есть. Все, я их припарковываю, погнали искать дальше. Так, ты тут была, да? Нет, я упала вниз, поэтому да, давай-ка мы поднимем все тут. Здесь я не была, смотри, целых две. Уже там будет третья. Я еще поднимаю. Может, пролетимся на этой штуке? А какой штуке? На вот этом дельтаплане. На каком дельтаплане? А вот этом, ю-ху! Да зачем я там была? Я там все собрала. Я прям к синему лечу в руки. Две пьяные... Я прилетел прямо к синему и к зеленому. Я думала, прикинь, вот сейчас вот меня вот тупо сожрет. Ну, благо он меня не съел. Опа. Ой-ой-ой, плохие новости. Какие? Там тупик, там нет тупика. Так, по-моему, только у фиолетового лампочки остались, да? Или еще много? О, я еще нашел. Я нашла 8 штук. У тебя сколько? Может, мы все нашли? У меня одна. Одна, 8, 9, 9 плюс 13. Сколько? 22. Погоди. Ну, вот остальные у фиолетового. У фиолетового? А, точно, мы же там толком-то и не были. Нас оттуда выгнали. Окей, давай тогда все эти лампочки грузим. Сюда вот и поперли к фиолетовому. Ё-моё. Как нам пройти? Иди сюда, вот сюда. Так, и обходим его. Вот этот зеленый меня на самом деле в этой версии «Радужных друзей» бесит гораздо больше. Потому что он тупо пол этого, пол карты занимает. О, синий, пойдем быстро сюда. Так, давай, все, заходим. С какой стороны поползет? Да, все правильно. О, последнюю. Быстро. Куда? Ты помер? А, ты живой, я думала, все, как. Не, я по второму кругу побежал, потому что ты забежал, и он пошел за мной. Но это же очевидно, Скретч, ёшкин ты кот. А ты уже знаешь, так замолчал, я такая, твою кукурузину, он помер. Нет, я профессиональный игрок в Роблуксы в эти ваши. Без коробок, без ничего, как профессионал играю. О. Ты прикинь, зеленый все еще там стоял. Вот чертильник недоделанный. Ну-ка, пропускаем, мы уже знаем весь сюжет. В комментариях писали, что он стал умнее и стал на одном месте гораздо дольше стоять. Так это не значит, что он стал умнее, он стал более ленивее. А где? Я? Нет, погоди, кто бежит? О, где? Желтый за мной бежит. Птеродактиль. Ой,
он за мной тоже бежит. В смысле? А он все отстал от меня? По кайфу. Да, я в самой начальной комнате прячусь за стенками, но он, по-моему, меня все еще видит. О, чертила, Ты что мне сказал, что он прям тут? Я не знал, что ты идешь. Так понимаешь, я открываю двери, просто у меня скример хватает меня. Давай, только выпрыгни, выпрыгни обязательно. Так, 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 лечу, 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 лечу. Бам! Ух! Я выжил, братан, я выжил. Знаешь, вот желтый в этом плане самый легкий, в том плане, что от него очень легко спастись. От него есть вариант спастись, а других ты не спасешься, ибо зеленый и синий тебя просто сжирают. Ага, и синий сейчас как раз таки за мной бежит. О, кстати, при помощи желтого можно спастись от других, свалить. Но если он тебя схватит, то да, у тебя есть шансы уйти. Ага. Ласка, а ты где? Я тут на водопадиках, тут замок. Я не знаю, я где-то под... Короче, я иду на начальную нашу комнату, ибо у меня уже 5 огнетушителей, я хочу их поставить, ибо за мной побежал в моменте желтый. Вот, я спасаюсь. Я возле логова фиолетового, и я только что прошел мимо желтого. О, привет. О, привет. А ты внизу был? Нет. Окей, я тогда схожу туда. Да вот снизу желтый, прикинь, жопошник. Окей, я его выманиваю. Давай, шуруем на картинке сразу к фиолетовому. Ты бы знала, сколько у меня огнетушителей. Сколько? 2. Неплохо. Это целых 9 уже. Нам 6 штук осталось найти. И тут супутняк будет 1 либо 2. Так он отсюда назад. Тихо, тихо, ладошки свои убирайте. О, еще один заходит. Нет, 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 круг еще один. А что за дичь? Почему так сложно? Никогда не было так сложно. А он еще и по лестницам умеет ползать. Ну, синий, да. Ты прикинь, тут еще желтый будет. Прикинь. Чертилы. Чертилы. Все, сваливаем отсюда. Пошли. Нужно огнетушители на базу. На базу. Погоди, там кто-то был? Да, там опять сидит зеленый. Трэш, он просто 24 на 7 там. Так, осталось 4 штуки. Теперь вопрос. Где последние 4 штуки, да? Куда ты пошла? Зачем опять к фиолетовому? А тут он огнетушитель. Я просто... О, видал? Вот прямо тут находится, вот, чтобы ты знал. Да я понял, на столе там. Да-да-да. О, кто-то нас увидел. О, еще кто-то увидел. Ага, вдвоем увидел. О, слушай, 3. Нам еще 1. О, 4, все на базу. Прыгаем вниз, вниз, оба. А зачем вниз? Уже обойти можно было. А за мной желтый теперь бежит. Ну, так давайте, убегай. Да, убегаю, убегаю. Так, ну слушай, пока продвигается у нас все довольно-таки неплохо, я скажу. Я надеюсь, ты... Твою кукурузину. Я не знаю, где ты, но синий тут на базе у нас. Да? Чертила. Ой, я его отвлек, давай. Так, слышишь, давай, у тебя последнее. Давай я его отвлекаю. Не получится, видимо. Я бегаю всю карту, получается, чтобы... Ты можешь снизу по речке забраться, ну ты понял, в дырдочку. Все, я уже подбегаю, я уже логово фиолетового пробегаю, я тут в кустарном лабиринте. Кустарный лабиринт, только ты аккуратно уходи оттуда, за мной синий бя-бя. Тихо, назад! Матрешки, матрешки, я специально через всю дырку, карту дырку, в дырку, в дырку, в дырку, да в дырку. Ой, тут желтый еще, какую дырку? Поехали, я сел. Куда ты сел? На аттракцион. Шуруй давай на базу, я тут отвлекаю их. А я не знаю, как встать, я поехал. Боже, последний у скретча, я... Окей, ребята, пройдет 3 года, наконец-то все. Ты бежишь? Да-да-да, вот он я, пробежал тебя. Давай, беги, я уж тут сижу, потому что мне уже лень куда-то выходить. Но я тупо уже не знаю, сколько минут я жду, пока ты отсюда базу отнесешь. Ой, извините, за мной как бы тут погонь была. Так, все, дедушка, до свидания. О, это этих чертов маленьких ловить. Да, маленьких милашечек, это эти бубльгумки, похоже. О. Да, и мы на них как раз таки в прошлый раз и проиграли. А как их брать? Быстрее, 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 быстрее. Все, 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 уходим, 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 уходим. А он за тобой побежал. Да? Да. Я забежал в лазертаг, может тут кто-то катается. А может быть там кто-то и катается? Куда? Куда ты? Иди отсюда, куда? 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 Олух, ты молодой. А эти глазастики с загона могут выбраться? Ну по идее вроде как нет. Так, меня фиолетовый нашел. Посел, Ласька какой, усёй. За мной голубой бежит, синий. Я надеюсь, ты спасешься, ибо я не знаю, я пойду к фиолетовому. Я, кстати, в настоящем Роблоксе еще ни разу не видел цановую. Да, ну, походу, сегодня, возможно, будет первый раз, как ты увидишь. Тут, на самом деле, очень длинная игра, вот, это у нас какая, 2-я ночь только? А ты прикинь еще, сколько нам играть, ё-моё! Я с Лёдова дошла, блин.
маленького. Да? Твою кукурузу, вот надо тебе за мной, дядя, пойти. Да, я пытаюсь его до базы тащить. Так, я нашел голубенького маленького шарика, который спрятался в непонятно где. О! Я сейчас тут одного притащу, еще одного я вижу. Так, вот. У нас уже 6. Да, и вот тут еще один валяется. Всего один? Ну вот тут был всего один, да, вот он. Так, давай я его возьму пока что и найдем тебе еще одного. Так а смысл? Иди сразу отнеси тогда уж. Мне кажется, он в логове у фиолетового. Я там, кстати, была, там никого не было, но они передвигаются, так что они, да, могут потом быть и у него. Главное, чтобы они с загона не сбегали, потому что если они будут сбегать с загона, это будет печаль, грусть, беда. Да не сбегают они... Что такое? Желтый, желтый за мной летит. Да ёшкин ты кот, я только этого хотел Ё-моё. Да вижу я уже, пойдем тогда обойдем кругом. Вот тут вот жаль, больше нету этих маленьких шпингалетов. Они, походу, вот могут быть где-то вот тут. Ну-ка, иди сюда. Так, в ну-ка. Замке, скорее всего. Да вон один уже сразу видно, ну-ка давай, бери. О, зелененький взял. А, тут еще несколько их, ну-ка давай. О, вот, вот этот фиолетовый, это последний. Да? Да. По кайфу, так, быстренько, значит, я отношу. Нет, уходим, уходим отсюда. Тут засада. Остановка по кайфу. Так, вот тут мы быстренько пройдем сейчас, и все нормально будет. И фиолетовый тут рядышком последний. Ага, только я уж слышу и желтый где-то тут. А где он? Не вижу. Ой, они так пищат, миленько. Так, ты только сейчас заметил. Да. Так, ладно, вот, недалеко от логова фиолетового получается. Зеленый. Ну, куда ты идешь? И желтый там, и синий там. Куда? Куда? Да куда он стал? Я теперь тут в ловушке. А может я проскочу? Нет! Не бегуй за мной! Ну ты знаешь, как уйти. Я на лестнице какой-то. Ну, так правильно. Нет, 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 нет. Я прям на базе на нашей. Ну, так они не подымут по лестнице, не боись. Так, ты несешь последний шарик? Да, я несу последнего этого бубльгумчика. Ты знаешь, что бубльгум это жвачка переводится. Ну, так, смотри, они как жвачка, во. Мы до сюда еще не доходили даже с коробками. С тобой, да. Я уже проходила полностью. Еду, нам нужен сухер, сухер. Я еще не видел. Три штучки уже вот эти вот у меня. Не, стоп, погоди, ты подобрал? А, ты не подобрал. Три штуки у нас есть уже. Так, уже 4 есть. 4, давай, бегаем. Зеленый. Уже 5. Опа, зелененький. Во, я вижу циановую. А что она делает? А, ну от нее, короче, тоже убегать. Если ты, короче, сядешь в коробку и не будешь двигаться, то ничего с тобой не произойдет. Если ты будешь двигаться, она тебя понюхает и скушает. Ой, нас заметил желтый. Все, отвалим в замок. Ну-ка, главное, чтобы в замке никого не было, а то это будет фиаско, братан. Сколько у тебя пакетов сахара? У меня 4. Так, у меня 2. Еще 3. Так, у меня 5. Еще 2. По-любому у фиолетового. Ну, понятное дело, мы там еще не были. Пойдем, я знаю короткий путь. Ага. Ты где? Через кого? Через циановую эту? А ты разделила? Да какая разница? Ё-моё, разделили, зато не помрем вместе. Ага, зато помрем по отдельности. Так, ладно. Ой, нам подсказка. Идите 6. В лазертаг пиццу. Да? Еще один остался. Так, я походу, возможно, оно... Нет, оно не у фиолетового. К фиолетовому не иди, у фиолетового нет. Понял, меня синий уже обнаружил. Так, все, я осторожненько бегу к базе. По логике должно быть все нормально, надеюсь. Ну, по логике, да. Угу, так. Она меня увидела, понял. Я, короче, через фиолетового пробегаю, потому что она меня может съесть. В лазертаге все, у нас все есть, осталось тебе принести. Мне? Ну, я сейчас приду, я надеюсь, меня там это не захомячит. Все, как раз-таки ровно 6 штук и не хватает. Так я иду, главное, чтобы меня тут со всех сторон не закрыли. Циановая! Блин, за мной! Погоди, за мной тоже синий тут и желтый бегит. Я доношу скретчик, я спасаю нас! Бам! О, меня чуть не сожрали. Ну, я успел, я успел. 125 монеток. Так, мы пропускаем? Ну, давай уж посмотришь, раз ты не знаешь, что тут должно быть. Короче, опа. Вот этот большой чибрик пошел кушкать, мы ему приготовили тортик. Так. И теперь проход открыт. Let's go! Сбегать отсюда. Он написал, это работает, let's go. Так что, мы прошли все? Да ничего не прошли, еще мини-игра будет. Ничего себе, ветеран 12, офигеть. Это как в самом конце было, да, вот в первой игре. Да-да-да, только тут будет очень долго. Это ты просто офигеешь. Нет, придумали прикольно, но будет очень долго и затянуто. А насколько долго? Ну, минуток 30, может быть. Не, серьезно? Да, ну не знаю, минуток 10, может поменьше. Ого. А, волк, ну погоди, я яички собирать, что ли? Да нет, давай, садись, 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 садись. Ко мне. А что, я к тебе не могу? Не знаю. Погоди, я к тебе хочу. Давай, походу нельзя. Вы доверяете этому игроку? Да. У-ху!
Слушай, может мне лучше сесть, а не тебе, а? Давай. Так только давай побыстрее. Да. Я запрограммировал тележку так, чтобы что-то там, я не успел. И так сойдет. Все, поехали, поехали. Уху. Ну-ка. Уклоняйся. Уклоняйся. А, погоди, ты тоже можешь? Ага. Смотри, а если мы не вместе, тогда мы... Короче, мы можем сейчас и проиграть, потому что кто-нибудь из нас один накосячит, и все. Ну тогда. А мы туда едем вообще? Ну да, там с пострелкам надо ехать. Ага. Аттракционы! Так, все, не надо, меня уже ушатало тут. Я как будто в острове мечты, вот один в один. Только там нельзя наклоняться, да? Да, а то шух и все. Наклоняйся, не волнуйся, ты не можешь упасть. Оба, 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 оба. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Засинхронизировались, там глазастиков, кстати, везут. Да-да-да-да-да. Они такие милашные, что капец. Опа. Ура, все, мы прошли. Ну это типа обучение было, а сейчас уже начнется экшен. Уху. Все, ладно, все, меня уже тошнит. Уи! Смотри, какой милашный, я оранжевый. О, торт висит. Так он за тортиком хочет. Я тоже хочу, а мы можем его... О, давай бочку берем бочки. Да нельзя их взять. Да ё-моё. У меня ноги торчат, это небезопасно. Все, поперло, смотри. И... Цановая, смотри. И сейчас такая... Уи! Так, куда ехать? Оно нам сейчас показывать будет куда. Направо. А, смотри, приколюха. Так, давай. А какая музыка экшоновая, ты слышишь? Просто будто бы, не знаю, да. Жесткий расколбас начинается. Короче, нам нужно ехать за этими чертильниками. Да. Они показывают там, куда нужно ехать. Ага, осторожно, лава. О, как в Майнкрафте прям. А то ж. Поехали. Хочу порулить, когда мы будем рулить. Да тихо. Верните назад, небезопасная дорога. Ничего себе, как это мы вскарабкались. Смотри, а вот и весь город. Ну, этот парк развлечений. Вообще красиво, на самом деле. Так, все, поехали. Главное их... А что они оторвались от нас так сильно? Не знаю почему, но вон уже догнали. По итогу. А прикинь, такое в VR от первого лица поиграть. Ой, затошнило бы жесть. Так, нам направо. Так, давай я тоже направо. Мне на самом деле, с одной стороны, интересно посмотреть, а что бы было, если бы они нас прям тут съели, эти радужные друзья. Направо, походу. Нет, налево. Нет, налево. Желтенький за нами бежит. Так, и сейчас, получается, будет цановое, и все. Ну, по логике, да, наверное, если все были. А, все, спасибо за визит, вот написали. На стадии строительства. А вот и цановое, да, за нами. Да, все, мусор, мы в мусор. А мы прошли? Мы с тобой разбились. О, стоп, это еще не конец? Нет, сейчас еще немножко геймплея, и все, конец. Смотри, сейчас, что будет, смотри. Да! Так, все, валим. А тут что надо делать? Просто убегать. А, что, это, двери начались? Ну, типа, ты смотри, она бежит, чисто хомячит все. А как? А, ну, либо так. Я забыл, что нужно приседать. Сыр, догоняй нас. Так, вроде ровно идем, вроде все правильно. Ой, аккуратно обходим, да, аккуратно. О, Ласк, тебя сейчас за жопу схватят. Это тебя за жопу схватят. Победа! Ну чё, очередной раз прошли цановы, такая, ну и не надо, я посёлю. Чё? Очередной раз? Первый раз вообще-то прошел. Ну я имею в виду себя, я-то в очередной раз. Да. Я испугался надписи. Вы прошли вторую главу. Rainbow Friends. Ну что, ребята, на этом мы с вами будем прощаться. Если вам понравился видосик и то, как мы прошли, кстати, без коробки, просто на изи, скрытчи. Да, только в первый раз случайно коробку на это, пофиг. Ну, с кем не бывает? Ну, типа, знаете, защитный рефлекс, оно само жмет кнопочки. Вот, в общем, если у вас есть еще какие-то челленджи, то обязательно напишите они в комментарии, и мы обязательно попробуем их выполнить. Ну, а на этом мы с вами будем прощаться. С вами была Флоточка и Скрытчи. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока.